Раз, два, делай. Я тоже буду добирать трюк годовалой давности. Алепис! Слушай, Ваня, а где ты научился такие жесткие трюки делать? Как где? В школе по трюковому самокату Scoot Skills Академия. Но если ты хочешь делать такие же крутые трюки, то записывайся к нам на тренировки уже в мае. Ебать, деревня так. Короче, всем привет, только что вот встретились с Мотей, сейчас поедем на остановку и поедем снимать обзор на скейт-парк у нас в Пермском крае. Да, подтверждаю. Короче, все, вышли уже с автобуса, едем в сторону парка, сейчас заедем в магаз, купим покушать, попить, дальше продолжу, когда будем подъезжать. Могу сказать, дорога была тяжелой, но мы смогли, преодолели все. Контролер, конечно, буйный был, но мы его успокоили. В принципе, думаю, на этом можно закончить. Здравствуйте. Короче, все, сейчас подошли уже почти к парку. Вот идем вот по вот этой вот детской площадке. Как бы это еще правильно-то назвать. Сейчас придем туда и там встретимся с пацанами и продолжу дальше снимать. Так, вот, короче, приехали в парк. Думаю, сейчас сразу же начать с плюсов и минусов этого парка. Сейчас одеваем защиту и начинаем снимать дальше. Вот дебилы идут. Это влог? Да. Ура, влог! Ура! Это влог! Всем привет, подписчики, чё, вам бро? Чё, здорово. Короче, думаю, то, что надо начать с минусов. И первый главный минус этого парка, то, что тут Саня Пермяков. Так я ты спать. Ещё. Первый минус, это то, что тут асфальт. Да. Покрытие асфальтовое, не бетонное и не деревянное. Потом тут еще есть минус такой, то, что... Тут очень много тыков. И вот эта вот вся железка проминается очень сильно. Так, главный минус. Тут везде очень много коупингов. И они вроде не выпирают, но чувствуются они очень сильно. Также для такого спайна с такой разгонкой, разгонка вроде небольшая. Но для такого спайна эта разгонка огромная. Просто потому, что тут стол у спайна маленький, и этот спайн очень сильно кидает в плаху. Также вот тут, смотрите, какие тут жирные стыки. А вот еще один главный минус этого парка. Но самый главный минус этого парка заключается в том, то, что разгонка на фан очень маленькая. Сейчас я покажу со стороны. То есть получается, вот он фаник, и разгонка на него очень маленькая. То есть прыгнуть его очень сложно.
Короче, все, мы уходим из этого парка, так как начался дождь. Дальше я продолжу снимать видос, наверное, в бетонке, если мы до туда доедем. Ну тогда что, Мотя, пару слов туда-сюда. Ну, короче, парк говно, мне не понравилось. Я себе ладошечку содрал немного. Я хочу домой кушать, пить, спать, мыться. Но он поедет в бетонку. Я весь потный. Но, к сожалению, Степан Бамбуров заставляет меня ехать в бетонку кататься. И поэтому у меня выбора не остается. Пацаны, бетонка реально лучше. Там парк говна. Я согласен. Вот он. Я упал. Ну все, увидимся в бетонке. Смотрите, короче, все, приехали в бетонку после горного. Сейчас будет немного раскаточных трюков, а дальше поснимаем трюки по парку. Бамбу! О, чувак с Серова погнал. Что мне сказать? Короче, чувак Серова, вот этот вот Никита, учится новый трюк. Какой будет штук учиться? Два брая. Два брая. Смотрим попытки. Баня тоже делает трюк новый. Научился крутилку спустя. Как вот такие люди? Короче, Банин захотел еще один новый трюк научиться. Сейчас, думаю, пару попыток и он сделает. Тимоха, как ты думаешь? Он сделает, но у меня это стабильно. Можно я скажу пару комментариев? Идите на... Нет, нельзя материться. Если он сделает, то он выпустит клип впервые за 2 года и все будут счастливы. Попытки. Все начали учиться новые трюки. Чувак Серова сделал 2 брая, Баня сделал 2 брая Umbrella FB. Я тоже буду добирать трюк годовалой давности Umbrella FB. Смотрим. Йоу, сделал! Рандома! Hello, guys! I'm going check my hair results до и results после. Короче, в общем, рассказываю, ребята, подписчики дорогие Бумбука. Сейчас я иду в данное заведение наводить марафет на своей голове. Вот результат до. Вроде оброшен такой, да? Ну, короче, прическа типа вайпер. Очень жестко, очень круто. Офигеть от результата. Никому не скажу, что я делаю, но Бамбук уже знает. Мы на самокатах, будем сегодня кататься. Я буду крутым, как обычно. Ладно, все, ребят, давайте. Не смей вас задерживать. Фу. Не ожидали, здорово. Я теперь кудрявый. Давай, давай.
Пятер. Найс. Кек ты мне! Кек ты мне давай, ебать! Ща! Вот, короче, все. Видос подошел к концу. Подписываемся на мои соцсети, которые в описании. Всем пока. Всем подписчикам Сёба Бамброва привет. Мой инстаграм, если что, в. Английская, как русская, е. 4 раза. Н, как русская, с. Ч, и к. Всем удачи, всем пока.